Доброе утро, друзья! Сегодня суббота, 10 декабря, дома царит сонное царство, но я не могла оставить вас без утреннего декабрьского эпизода, и давайте приступим. Будем открывать очередной сюрприз от моей подруги, уже под номером 10. Ходила вокруг да около, пыталась определить, что же такое лежит внутри, но нет, это невозможно определить. Вот номер 10, и давайте будем его открывать. Я все ждала, когда же наступит утро, чтобы рассказать вам про один фильм, про который чуть ли не забыла вам рассказать в нашем вязальном клубе. Но чуть-чуть попозже. Мне попалось что-то очень интересное, что я никогда не пробовала. И на самом деле, нечто подобное я видела недавно в интернете. Это аппликация в стиле пэтчворк. Очень интересная. Я даже не знаю, как правильно это делать. Давайте вскроем, посмотрим, как это все выглядит. Предполагается, что в какой-то материал внутрь продеваются кусочки ткани при помощи ножа. Интересно, если нож в наборе... Наверное, надо вскрыть и посмотреть, что-то необычное, чего я точно никогда не делала. Очень интересно будет. Так, мне пришлось встать и вскрыть упаковку, чтобы посмотреть на это повнимательнее. Ага. Значит, эта работа должна встать в раму, я так понимаю, и какой-то материал, похожий на пенопласт, но это не пенопласт, на нем есть насечки для работы с тканями. И вот в эти вот отверстия, я так понимаю, что должна продеваться ткань. Ткань выглядит вот так вот, она поделена на секции, и нужно будет их разрезать, и при помощи ножа и схемы, да, и вгонять. Я не знаю, как правильно это называется, никогда такое не делала, но вот недавно видела шарики в такой технике выполненные. Это будет что-то очень необычное, я обязательно попробую и посмотрим, что из этого выйдет. Вот такой у вас материал. Давайте еще раз посмотрим на название этого набора. Пеппи называется, набор для творчества в технике пэтчворка. Это такой необычный пэтчворк, и разные работы в этой технике бывают. Будет интересно попробовать, но это не все. Еще мне в этом же сюрпризе попались вот такие вот домики для раскрашивание. Я так понимаю, что это домики для раскрашивания, и потом их можно будет достать из вот этого картона. По-моему, это картон или очень-очень тонкое дерево. А я думаю, что эти домики для раскрашивания, их можно будет потом, например, на подарки на какие-нибудь приделывать, либо еще что-нибудь с ними сделать. Я нечто подобное раскрашивала, но из ДСП, из дерева, и вешала на композицию. Эти немножко другие, но здорово, целых два подарка, даже три в одном сюрпризе мне попалось. Вот эта вот техника аппликации пэтчворк очень необычно интересная, нужно будет это попробовать обязательно. И давайте теперь... Что мы с вами? Теперь мы с вами снежинку будем рассматривать новую. Ныряю я рукой в свой волшебный мешочек и достаю вот такую красивую снежиночку. Вот так вот она выглядит. Такая плотненькая, очень симпатичная, не очень большого размера. Красота! Эта снежинка под номером 10, и осталось в моем мешочке еще 10, и после уже можно будет придумать, что с ними делать. Вот такое вот. Вот такие сюрпризы ждали меня сегодня. Я вам покажу
одно из вязаных изделий, которые, научившись вязать, которые я была очень-очень рада. Это аксессуар и это перчатки. Если вы никогда не пробовали вязать перчатки из носочной секционной пряжи, вы очень много теряете, это очень интересно. И вообще перчатки необходимый аксессуар, и здорово научиться их вязать. Мне удалось это не с первого раза. Я, так как обладательница очень-очень худых рук, на мне перчатки никак не садились, пока я не поменяла номер спиц, это раз, во-вторых, пока я не нашла идеальное для себя описание. Моим идеальным описанием стали перчатки от теплой Маши, которые называются Belgium Gloves. Я вывязываю их без всяких рисунков, просто манжет резинкой. И дальше лицевая гладь, но там очень хорошо прописаны пропорции, как вывязывать пальчики, как прятать кончики так, чтобы между пальцами не было дырок. И у меня перчаток уже несколько пар, три пары у меня секционной пряжи, сейчас нашла быстренько только вот эти, такие похожие на березку. Связаны были из носочной пряжи опал, но вообще, по-моему, носочная пряжа отлично подходит для вязания перчаток, и очень советую вам попробовать их связать, если вы еще никогда не вязали. Могу даже примерить на себя. Эти перчатки уже сезон относились, выглядят великолепно, никаких катышек, ничего с ними не происходит, и они, конечно же, очень яркие, привлекающие к себе внимание и поднимающие настроение. Вот такие вот перчаточки у меня есть. Я, наверное, вам еще какие-нибудь покажу за эти 30 дней. Вот так вот они выглядят. И деткам здорово вязать и перчатки, и варежки из этой пряжи. Обязательно попробуйте, если вам нравится такое яркое цветное вязание. Ну и переходим к фильму, про который я так хотела рассказать, и чуть ли вообще не забыла про него. Я думаю, что у многих из нас с вами есть какие-то фильмы, которые мы пересматриваем каждый год, традиционно, в какой-то сезон, в какое-то время. И сегодня пойдет речь не об американских, не о скандинавских фильмах, не о европейских, а об азиатских. Почему говорю об азиатских? Потому что этот фильм... Есть как на корейском языке, так и на японском. Называется этот фильм «Маленький лес». Я каждый год жду того самого пасмурного дня, темного, когда я смогу сидеть весь день дома, зажечь свечи, взять руки вязание и смотреть этот фильм. Мне нравится как корейская версия, так и японская. Японская версия в двух частях. И о чем же фильм? Фильм не имеет какого-то это не какой-то острый сюжетный фильм. Я бы даже сказала, что он больше такой документально-художественный. В нем показывается жизнь девушки, которая переехала из большого города в родной маленький городочек или даже деревню, в дом, в котором она выросла. И живет она там одна и вспоминает какие-то моменты из своего детства, как они готовили с мамой что-то на кухне, вспоминает какие-то вкусы, выращивает разные растения, и мы с ней вместе переживаем 4 сезона. Это очень красиво. Еще раз повторюсь, что какого-то прям сильного сюжета, какой-то сильной сюжетной линии в фильме нет, но за фильм вы можете прочувствовать все сезоны года, понять, как можно радоваться мелочам жизни, и что без труда все равно ничего в жизни не бывает, и девушка много готовит, пробуют разные вкусы, и это действительно очень здорово преподнесено. Очень просто, но очень здорово. И я каждый год пересматриваю этот фильм уже, наверное, на протяжении 5 лет, и вам его от всей души советую. Подпишу, конечно же, в описании к видео и ссылку на корейскую версию фильма и на японскую. Если вам нравится такое
не обремененным каким-то сложным сюжетом кино, и вам нравится действительно смотреть на жизнь простых людей, то я вам этот фильм от всей души советую. Ну и на сегодня у меня все, что-то у меня настроение поговорить сегодня. Видимо, сюжет будет подлиннее, чем обычно. И я вам желаю прекрасного начала субботнего дня. Здорово, если оно проходит у вас не в спешке, вы потихоньку накрываете завтрак, будете всех членов семьи, как сегодня буду делать я, и пусть этот день будет очень радостным и наполненным приятными мелочами. Ну а я с вами прощаюсь до завтрашнего утра.